Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. У нас с тобой 10-й день, и забираем 15 рун. Не так уж много, но приятно. Это закрываем сразу же. Так, давай посмотрим, что он нам принес. Беззубик. Бревна, рыбу, рыбу и бревна. Не густо, ну. Что я могу поделать, ребят, если он не хочет мне приносить лучшую добычу. Так, давайте с тобой начнем смотреть бесплатный пак. Что нам здесь выпадет? Так, монетки Одина. Ну давай, 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 забираем монетки. Показывай мне, что тут. Ужасное чудовище. Так, шипорез, шепот смерти. И пошли ресурсы. Одни шестеренки выпадают в последнее время. Только лишь они. Блин, у нас опять сегодня никаких событий нету. Да что ж ты будешь делать, а? Ну как так-то, ребята? Так, ладушки. Что у нас тогда еще с тобой? Ну давай, наверное, наших дракончиков отправим в путешествие. Кстати, может быть, нам посмотреть с тобой бесплатный пак? Что ты на это скажешь, а? Мы же обычно так с тобой делаем. Ладно, сейчас вначале отправим всех по своим делам, а потом уже займемся нужными делами. У нас еще, кстати, сегодня должны быть... Погоди, я что-то не то делаю. У нас сегодня с тобой будут сделаны домики, которые дадут нам небольшой прирост викингов. Соответственно, мы с тобой тогда сможем, наверное, скорее всего, поставить на прокачку лохань и дровницу. Но сначала все-таки посмотрим пак. Ну, понятное дело, монеты. Это бонус. Ну, а здесь одни ресурсы должны быть. И шестеренки. Ну, куда же без них? Без этих шестеренок. Давай посмотрим, что у нас там зеленая смерть притащил. Сломанный меч и 112 тусклого янтаря. Что там в последнее время хандрит, по-моему, да? А теперь давай посмотрим, где у нас с тобой домики, которые я так долго ставил. Так, заберем вот здесь вот. Штормореза я, наверное, сразу, ребята, отправлю на дальнейшую прокачку. Пускай летит. Так, а вот и первый домик. А, это даже мельница ветряная. А вот здесь уже пошли домики у нас. Так, смотри, дровница и лохань. Вот об этом я тебе и говорил. Кревет, кстати, его тоже надо отправить на прокачку. Пускай летит. Так, ну что, где у нас там дровница? Сколько нужно? Воу-воу-воу-воу. Блин, не хватает, подожди секунду. Как не хватает? У меня же столько ресурсов. Так, заберем и вот так вот. Ну-ка. Ну вот, видишь? А говоришь, не хватает. Все у меня хватает. Так, что тут у нас? Подписывайтесь на новинки. Эксклюзивный реворд можете получить в игре. Так, викинги. Для обмена доступен дракон однодрев. Ну, это понятно все. Это все понятно. Да что ж ты делаешь? Зачем? Зачем ты туда переходишь? Не надо, просто давай мне бревна и рыбу. Все. Так, здесь у нас что с тобой? Обмен. Закончился уже, да? Блестящий интерьер мы с тобой забираем. И больше у нас, по-моему, не хватит ресурсов. Да, ребят, к сожалению, пока не хватает. Лети. Ну, а ты что загрузил? Иди, иди, все пускай идут на добычу. Нечего здесь прохлаждаться. Ё-моё, 800, почти лям, ребята, бревен водорез принес, представляешь? По сравнению вот с этими, это вообще ни о чем, ребят. Так, что у нас тут? Два дня будет делаться, два дня, 7 часов. Так, посмотрим, что у нас тут на обмене. О, совсем другое дело.
А что у нас тут происходит? Две лопаты нужно, да? Ё-моё, я запарюсь вот эти вот флаги искать. И четки. Блин, зачем я мясо купил, если оно у меня есть? Ладно, пускай будет лишним. Оно не будет у нас. Так, давай посмотрим, что тут. Что мы с тобой выполнили? Забираем. Руны. Так, 30 якнога. И еще 50 якнога. А что мне нужно? Использовать одно ускорение, и все, и я получу пак. Так давай сделаем. Использовать одно ускорение. А сколько оно стоит? Ну, ускорим, фиг с ним. Пускай кревет идет дальше прокачиваться. Ух ты, 400 тысяч, неплохо он тоже нам приносит. Шепот смерти. Ну что, заберем с тобой награды тогда, получается. Хобана. И получаем с тобой пак. Плеваки. 10 рун, 400 рыбы. 400 тысяч рыбы. 15 рун. Опять бревна, руны. И 2 миллиона рыбы. Вот так вот плевака меня снабжает, ребята. А что здесь? Наездники. О, еще 50 якнога. Так, отправить дневную фурию в путешествие. А в плане я ее что, не отправлял? Да быть такого не может. Просто бревна. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Ну, 5000 рун. Ну, это же ни в какие рамки, ребят, не входит. Так, заберем с тобой здесь еще наши награды. Солидненько. Блин, ну придется фурию отправить в путешествие, ребят. Погоди-ка, погоди-ка, разве сюда мне нужно? Туманная напасть. Блин, ты прикинь, это было эксклюзивное яйцо, ребят. Блин, обидно, прям нет слов. Ладно, пускай летит. Давай заберем с тобой здесь монетки Одина. А здесь откроем пак. Ну-ка. Что-то нам с тобой ужасное чудовище постоянно выпадает. И Громль, и Водорез. И все они. Только они и выпадают. По идее, ребята, должно быть обновление. Потому что День Святого Валентина на носу. Неужели здесь ничего нет? Может быть, мне надо было самому обновить игру? Не знаю. Потом проверю. Выйду, когда закончу серию. Проверю. Слушай, я ведь могу еще построить? Ой. Ой, цена 18 лямов и 28. Смогу после того, как у меня улучшится лохань и дровница. После этого я смогу улучшить. Слушай, а чтобы поднять следующий уровень, что нам нужно? Так, поселить викингов, улучшить академию до 9 уровня и улучшить драконов 8 до 60 уровня. 8 драконов до 60 уровня улучшить. Слушай, ну это серьезная заявка уже. Ну что, по-моему, мы пока с тобой все здесь сделали. Все крутится, вертится, да? Все строится. Это уже прекрасно. Давай-ка пойдем с тобой на арену сходим. Надо немножко здесь подраться, потренироваться и, в конце концов, заработать пак вождя. Так, что у нас тут? Соляночка, по-моему, выпадает, да? Я ведь не ошибся, по-моему, солянка, ребят. А нет, два фиола. Слушай, подожди-ка, почему у меня... Я просто не вижу, как он сбоку выглядит. Наш кривоклык. Так же, как и этот, или хуже? Так, погоди секунду. Что он будет делать сейчас? Ах ты, гаденыш, ты посмотри, что творит. О, я тебя и не заметил. Елки ты палки, тут у нас оказывается душитель еще. Блин, по-моему, Барсика потеряли мы с тобой. Так точно, мы Барсика потеряли. Ну ладно, будем мстить за него. Давай, ветрокрыл. Прекрасно. Опс, уклонение. Ну-ка, давай так сделаем. И вот так. Сейчас будет гипноз, ребята. Нет? Ну и классно. Это же прекрасно, когда нет гипноза.
Так, а это сейчас что-то будет чудить. Абсолютно ничего не стал делать. Слушай, а что мы вот так сделаем сейчас, да и все? И будем спокойно разбирать этого парня без проблем. Что там дергаешься-то? Хил себе поставил. И ускорение, да? Оно тебе не поможет уже, родной ты мой. Все. Сворачивай удочки и вали в свои пещеры. Вот не угомонится никак, а? Думает, я его обману. В плане, как ты... Как он... Вот, ребят, ну он же только что сходил. Как он может по два раза ходить? Я вот до сих пор этого никак не могу понять. У меня такого ни разу не получается. Так, что мы с тобой получим за пак? О, ну неужели? Редкие, ребята. А тут у нас с тобой получается солянка. Но такая жесткая, ты посмотри. Тут и глыба, и шепот смерти. Ну, начнем с него. Хотя вряд ли я его успею до использования трех ходов завалить. Глыба еще это тут лезет. Так, попробуем все-таки. Ну что ты там пыхтишь? Пыхтит он мне. Так, удар. Ну, пока терпимо, ребята. А он кого будет бомбить? Понятно, ветрокрыло все мне бомбит, а? Добиваем шепот смерти. Дальше, наверное, вот этого надо. Слушай, в сон, подожди. Да что такое-то? Сон, говорю, во. Вот так мы лучше с тобой сделаем. Трындец. Я офигею, блин, в сон. Ладно, надеюсь, мы его сейчас разберем все-таки. Если он не разбежится. Конечно, он не разбежится. Он только этим и занимается, что разбегается. Не добей, только не добей. Фу, ребята, все. Тут, скорее всего, мы выиграем, потому что я вешаю, естественно, на него слепоту. И тут уже мы будем потихонечку с тобой его бомбить. Да. Разогнался. На-ка. Есть у нас с тобой шанс. Так, он сейчас еще что-нибудь там замутит. А мы опять на него слепоту. И мы опять на него удары обрушаем. Да, ребят, по-моему, этот хлопчик наш. Слушай, я обожаю слепоту. Все. Ну что ж, поздравляю. Победа очередная за нами. Ну ты полюбуйся, а? Опять соляночка. И здесь есть громорок, который бафает компанию свою, да? В наших интересах его как можно быстрее уничтожить. Хотя вот этот тоже мне не особо нравится, товарищ. Так, ладно, попробуем все-таки прижучить. Потом ходит громорок, да? Ага, отлично, потратил энергию. Замечательно. Блин, барсик мой бедный. Сейчас что-то будет плохое. Сейчас что-то будет... Слушай, да нет. Все норм. Все норм, блин. Ну вот тебе и норм. Вот тебе, ребята, и норм. Короче, сделаем с тобой немножко по-другому. Красный, так, фиол. Блин, я даже не знаю, кого лучше, наверное. Вот так мы с тобой сделаем. Пускай бомбит своего кореша. Ага, вот он что делает. А мы будем помогать. Давай, продолжай, не стесняйся. Вот, давай, запали суперударом. Нет, не захотел он бомбить суперударом, к сожалению. Тогда будем таким образом. Слепота. Ну все, этот парень наш. Ему уже ничего не поможет здесь. Раз. Два. А он в надежде что-то, ребята, сделать, да? Не тратит свою энергию. А зря. Ой! Йо-йо-йо-йо-йо, тихо-тихо, я не это хотел. Я же хотел слепоту сделать, ё-моё. Фух. Повезло-то как, а? Друзья мои, у нас опять соляночка с вами. Но единственное, что меня здесь бесит, это змеевик злобный, который красный. Ах, тут еще и шипорез. Твою же налево, шипорез. Но ты-то вот откуда взялся? Будет больно. Серия будет, точнее не серия, а бой будет очень болезненным для меня.
Хотя, погоди, может быть обойдется? Так. Ну-ка, есть. Добей. Хотя, стоп. Ладно, давай так попробуем. На свой страх и риск. Есть, удачно получилось, ребята. Я просто сомневался, что сможет ли он пробить именно шипореза. И он смог. Так, ну что, он еще раз нам поможет. Будет бомбить именно Костолома. Да-да-да-да-да, вот таким ударом, пожалуйста. По нему. Все, все, ребята. Так, теперь главное не лопухнуться. Все, слепота повесилась, никакого уклонения не было. И дальше этот змеевик, хоть что пускай тут делает, мне уже все равно. Мы его будем бомбить. Да, ребята, старая школа работает. Как ни крути. Я ведь могу просто его кусануть. Не обязательно тратить, да, сразу же. Потихонечку, полигонечку, все. Отлично. Так держать. Ну вот, ребятушки, и пак вождя. Посмотрим. Кревет, неплохо. Так, шторморез. Душитель, крылатый ужас. Громобой. Кривокрив. Слушай, ну неплохо. А мы с тобой продолжаем. Не знаю, ребят, пока не буду менять состав. Мне он пока устраивает. Потому что все равно, пока у меня шторморез и кревет не прокачается до 24 уровня, я не смогу найти замены им. Так, тихо. Блин. Красный этот тут громорог. Этот же у нас будет своими этими бомбить. Фаерболами. Знаю я его. А громорог, если еще пробафает их всех, это будет ужас. А он, по-моему, сейчас и пробафает. Ну-ка посмотрим. Нет, пока ничего не стал делать. Ну-ка, раз. Вот. Пускай поспят чуть-чуть. Нормуль. А я буду вот этого хламона бомбить. Сейчас что-то будет. Ладно. Это мы еще легко отделались с тобой. Ёпарасете, ну как ты? Уже и ты начал. Обычно он не промахивался, ну очень редко, а тут смотри-ка. Ёпарасете, он еще и погиб. Давай так вот. Хоп-хоп. Ну бомбани своего кореша так. Ой, молодец, ты красавчик просто. Удружил, так сказать, мне. Ну что же, а нам только остается запинать этого Костолома. И все. И три дракончика. Тихо, стоп. И три дракончика у нас уже будет с тобой в копилочке. А нужно, как мы знаем, 10. Ага, вот уж дудки тебе. Захотел хвостом тут шипануть. Накосе. Ну, опять разбег. Я тебя понял. Ну все, прощай, Костоломчик. Ну что, я смотрю, здесь тоже компания еще та, ребята, два красных плюс синюха. Тут, наверное, скорее всего, мы сфейлимся, потому что... Ну, потому что распетрушат. Во-первых, уровень очень высокий. Ох ты. Блин, ну не один, так другой начинает тебя размазывать по стенке, понимаешь? Просто по стенке. Как вот мне с ними справляться здесь? Вот кто у нас там будет ходить? Злобный змеевик, да? Ну, подожди. Ну давай, 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 попробуем. Хорошо, так. Блин, он все-таки, ребята, уничтожит мне. Или этот сейчас. Вот и все. А без него мне будет плохо. Без него... Что я без него здесь сделаю? Да ничего, ребят, не сделаю. Если нам добить этого, потом этого быстро как-то... Как-то вот умудриться. Ну-ка, раз, два. Сделать сон. Да, сделаем с тобой сон.
Главное, чтобы не промахнулся. Дальше убиваем этого. Хиляемся. Ну и поехали. Блин, сейчас будет что-то мощное. Пока терпимо, ребята. Давай. Слушай, в принципе, все. Ему крышка, ребята. Он ничего уже здесь хиляется, да? Щит вешает на себе. Ах ты засранец. Ах ты засранец, ты еще этакий, а? Ты посмотри на него. Что он тут себе позволяет? Причем, ребята, понижает мне атаку. Отравление будет ему в пользу, да? Ну-ка. Ну все, мы его бомбанем сейчас. Отлично. Выстояли мы в этом поединке все-таки. Так, а здесь у нас два синих и фиол. Плюс Хофер здесь, да, находится? Ну, я не знаю. Хофер. Твою ж налево, блин, вот они как начнут бомбить, а? Одного на прицел возьмут, и все. И пока не уничтожат, ребят, не успокоятся. Ну что, они сейчас уничтожат меня? Ну да. И что мне тут остается делать? Пипец просто. Просто пипец, ребят. Давай, в сон их. Я не знаю, как тут победить. Пока он спит. Что нам бомбить с тобой? Этого? Или этого? Синий по фиолу, да, бомбит очень сильно. Поехали тогда с этого. На тебе. Естественно, он понижает мне атаку. И... твою же, блин. Этот там очнулся. Хлыщ уже. Высматривает, вынюхивает уже. Понятно. Ладно, фиг с вами. Ты сейчас вот издеваешься, что ли, надо мной? А? Промахнулся он. Сон. Отлично, сработало. Ну-ка. Да, атака, конечно, не особо хорошая. Сейчас. Но все равно есть шанс у нас выиграть здесь. Прокатило, ребята. Нам повезло. А здесь у нас два синих плюс зелень. Так, шипорез, да, здесь? Начну с него. Я не хочу просто попадать под его эту гипнотическую силу. Блин, вот смотри, вот я уже сколько раз замечаю, они начинают кривоклык просто мочить сразу же. Трындец. О, сейчас что-то будет. Нет, подожди-ка. Пока еще ничего не было. А если мы сделаем вот так? Ну-ка. Молодец, красавчик. Давай, 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 давай. А почему ты его не уничтожил? Что-то я не понял юмора. Давай тогда сделаем сюда. Промахнись. Промахнулся. Офигенно, как он промахнулся, ребят. Да, кривоклык, конечно, хороший дракон, но он, ребята, слишком слабенький. Его, если начинает прессинговать, он не выдерживает. Он сдувается. Сейчас будет разбег. Это неизбежно, понимаешь? Это неизбежно, ребят. Чтобы он пропустил разбег. Сейчас кусанет еще. А, хвостом, да. Ну что, замораживаем его, да? Конечно. Я не хочу, чтобы он опять меня разбегом тут бомбанул. Ну вот и все. Вот и все. Попался перчик. Ну что, друзья мои, остается забрать только лишь пак. А вот и он. Ну-ка. Шепот смерти. Древоруб. Так, душитель. Ужасное чудовище. И громыль. О, опять криво-крив. Ну что ж, неплохо, ребята. Я считаю, неплохо. Так, что у нас тут выполнено? Забираем.
Так, обучите 20 драконов. Окей, я постараюсь. Я постараюсь обучить 20 драконов. Но домики мы с тобой в любом случае поставить не можем, да? Нам нужно ждать, пока у нас прокачается лохань, чтобы там было достаточно ресурсов. Уже, как говорится, 20 миллионов нужно. Единственное, что я хочу посмотреть, это по поводу вот этого. Сколько у нас с тобой? 1260. 1260. Ну, ребят, тут мы ничего с тобой не получим уже. Да и осталось уже сколько? Один день, 12 часов. То есть только уже в следующем сезоне мы будем смотреть, какие нам будут доступны драконы. Это еще до сих пор выводится. Я не пойму, что у нас там за дракон, а? Что там за дракон? Слушай, а мы, кстати, можем с тобой улучшить. Но мне кажется, что лучше, наверное, вот здесь расширить. Да, ребята? Давай. Это лучше всего, ребята. И, как по мне, куда вкладывать руны, так это именно в улучшение. Ну и кого мы можем с тобой послать на прокачку? А? Водореза? А водореза мы не сможем, потому что у нас... Потому что у нас не прокачана сама эта академка. Ее нужно до 9 уровня прокачать, а для этого нужны викинги. Тут, видишь, все как бы взаимосвязано. Но зато я могу отправить... Может быть, вот этого вот? Пускай обучается, а? А где цыпа у меня? Кстати, цыпу тоже очень, даже я тебе скажу, выгодно посылать. Посмотри. 30 минут, она по 28 там тысяч ресов добывает. Надо будет это иметь в виду. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!